Дождались. Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины и ЕС. В Сенате набралось достаточное количество голосов. Эта страна была одной из самых сомневающихся. И вот сегодня решение все же было принято в нашу пользу. Насколько ближе Украина стала к Евросоюзу после этого? В вопросе разбиралась Елена Абрамович. Она находится в Брюсселе и на прямой связи со студией сейчас. Лена, добрый вечер. Расскажи, как проходило это голосование и какие перспективы оно открывает для Украины. Наталья, в Сенате проголосовало уверенное большинство. 50 голосов за, 25 против. Нидерланды пришли к этому решению последними из-за референдума прошлой весной. Евроскептики решили спросить у голландцев, поддерживают ли те ратификацию соглашения. И 60% страны проголосовали против. Позже аргументы евроскептиков сочли безосновательными. И вот теперь голландский парламент дал добро. Президент Украины приветствовал это решение. И вот что он сказал в своем заявлении. Единым фронтом мы отримали важливу перемогу. Единым фронтом мы відстояли угоду про асоціацію, дорогу до якої 3,5 роки тому відкрили учасники Євромайдану та Революції Гідності. І вже перший рік тимчасового застосування угоди продемонстрував, наскільки високий потенціал вона має для України. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів. Це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. І ми твердо налаштовані йти до нашої стратегічної мети. Це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності. Європа – це наш цивілізаційний вибір. Результаты голландского референдума имели рекомендательный характер, и премьер Марк Рютте сопроводил текст соглашения своеобразной объяснительной запиской, так называемой декларацией, которую утвердил и Евросоюз. В ней гражданам растолковали. Соглашение – это не шаг к вступлению Украины в ЕС, речь не идет о дополнительной финансовой помощи Киеву, и документ не дает права украинцам жить или работать в странах Евросоюза. Теперь после голосования в Сенате осталась формальность. Ратификация грамоты, ее передадут на подпись королю, затем отправят в Брюссель. Через месяц после этого соглашение вступит в силу. Может быть, даже до июльского саммита Украина-ЕС. По крайней мере, так надеется президент Еврокомиссии. Он уже поздравил Украину. Сегодняшнее голосование в Нидерландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям. Место Украины в Европе. Будущее Украины – это Европа. Документ имеет много преимуществ. По мнению вице-премьера по вопросам евроинтеграции, это сотрудничество в самых разных областях. От образования и здравоохранения до развития бизнеса. Экономическая часть соглашения на временной основе заработала еще 1,5 года назад. Украина и ЕС постепенно переходят к беспошлинной торговле. Теперь же в силу вступит и политическая часть. В Сенате Нидерландов подчеркнули, поддержали документ не только в знак солидарности, с инициативами Брюсселя, но и чтобы помочь Киеву не сбиться с европейского пути. Студия. Спасибо, Лена. Елена Абрамович была с нами на связи из Брюсселя.